кого эта песня поет? Что на голове? Привет! Всем привет! Я всегда захожу поздно. Поздно в прямой эфир. Привет! Греча! Возьми мой бокал. Я знаю, когда ты еще просто не могу встать. А я не смогу, я по фейсу звоню. У меня так и телефон, два бокала понесу. Ну, у тебя рука... Я не могу пойти, потому что у меня нога болит. Да, забирай телефон. Спасибо большое. Вика, большое спасибо. Днем мы без телефона. Только ночью дают. Это он на часик. Я сейчас, короче, оступилась, у меня сейчас так нога болит, жесть. Еле хожу. Все покажет, все увидите. Все увидите в эфирах. Ой, нога болит. Оля, дай мне твою шубку укрыться, ножки, пожалуйста. Холодно. Ночью всегда так собираетесь? Ну, не всегда мы собираемся. Все, я уже налилась. Все, вы ничего не пишете. Привет, Чебоксары. Не всех пустили, потому что... Народ мало. Привет. Романова, нижняя, подчеркивай. Но мне очень все равно. Позитивно. Я сейчас на поляне, а не на островах. Как я могу к ним относиться? Я их не вижу. Привет! Подзависла, говорите. Да, спасибо большое. Ну, здесь атмосфера другая, люди другие, подруги здесь все, а там никого почти не было, поэтому... Может быть, это тоже как-то повлияло, но мужчин здесь нет. Здесь остался Сорока, вот ведь... Сорока, потом... Арсен и Даня. Три кандидата здесь всего и все. К сожалению, больше некого рассматривать, но они мне не подходят. Ни с одним из них я отношения не построю. Привет. Всем привет.
тоже так кажется. Я уже об этом подумываю. Не пишут, не хочешь идти за проект, у тебя там больше возможностей, чем в проекте? Нет, я не отпускаю. Меня, понимаете, Оля Сударкина вообще не отпускает. Нет, 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 она моя. Оля Сударкина сказала, что я ее. Привет, Галина. Ах, нога болит, вообще мне страна опухнет, реально. Блядь, вообще не могу. Оля, накрой мне шубы. Ничего себе, я тебе буду здорово свою шубу накрывать. Ну, Оля, пожалуйста. На проекте нет достойных. Надеюсь, тебе придет достойный мужчина, ты классная. Спасибо большое, я тоже так надеюсь, что ко мне придет достойный мужчина. Кому отдала Гуччи? Маме отвезла. Гуччик находится с мамой. Спасибо большое. Кто пишет положительные, а кто пишет отрицательные? Что вам сделали мы? Что? Если все настолько плохо, что вы, сука, ко мне заходите? Выходите. Мне зато нога пухнет, отвечаю. Вот я прям чувствую. Мне так ноет. Что ты? Ты хотела забрать моего Гуччика? Нет, мне не с кем оставить Гуччик. Всем большое спасибо. Слишком породистый кот. Да еще и мама у него знаменитая. Так что простите, Галина, но нет. Что с ногой? Я со ступенек спускалась и в телефон смотрела. И, короче, не посмотрела. Начала спотыкаться, и все, у меня нога теперь болит немного. Что там, почему некоторые ходят в футболку, а некоторые... Потому что меня не пускают домой забрать теплые вещи, поэтому я в платьях.